на задворках Бабра. Отдыхаю, можно сказать. И почему-то взялся рисовать вот такую, назовем ее иркутскую фантазию. Ну, практически из головы. Был какой-то эскизик там, где-то когда-то нарисованный, я даже не знаю, где это место. Но оно почти реальное. Другое дело, что сейчас я уже его насытил совсем другими деталями. Скажем так, за основу была взята композиция только лишь. Вот. Все остальное из головы. По сути дела, я что делаю? Я сижу, проектирую. Ну, вот этот домик. Сейчас вот думаю, надо здесь окошечки поставить или не надо. Здесь вот я веранду нарисовал. Может быть, с этой стороны? Нет, скорее всего, здесь два окна было. Будет. Должно быть, скажем так, да? По логике. Такое сдвоенное окно может быть. А вообще-то оно должно быть здесь вот таким маленьким квадратным. Что, стирать, что ли? Ну ладно, пусть останется. Такой упрощенный вариант окна. Просто его поменьше сделаю сейчас. Вот. Ну и на нем уже практически нету никакого украшения, поскольку это, ну как бы, второстепенная пристроечка. Да, ну и пусть оно будет у нас такой вот крестообразным переплетом. Вот. Ну это все темнее, темнее, темнее. Как всегда, взялся рисовать быстренький эскизик, якобы. Растянул его на достаточно уже такой серьезный рисунок. И уже себя ругаю и жалею, что я взял, ну, бумагу тонкую. Конечно, надо было брать уже картон под это. А вот сейчас вот у меня тонкая бумажка, это сильно... Так, ну и что не хватает здесь? Наверное, в этом углу что-то не хватает, надо доработать. Вот здесь... Обычно столбы с проводами стоят в огромном количестве. Видимо, придется их и дорисовывать. Вот. Ну, а там новостройка. А может быть, здесь деревья все-таки? Наверное, там и деревья должны быть. Только они не должны забивать по темноте вот этот дом. Дом достаточно должен быть черным и мрачным. Там, скорее всего, мы нарисуем как бы еще остатки новостройки, пускай будут. Хотя нет, наверное, зря. Ну вот еще надо подумать немножко. Ну, вниз он явно темнее должен быть. Здесь фонтан. Здрасте. Так что, боишься? Стесняюсь. Как зовут? А? Арсений. Не понял. Арсений. Арсений? Ух ты. А я даже не знаю, что это имя обозначает. А мы тоже не знаем, в честь святого календарю православного называют. Да. Ну, надо узнать. Что же это обозначает-то имя-то? А я что-то Арсений. Арсений, ой, елки-палки. Боюсь соврать, но это же греческое, скорее всего. Ну да, это же.
Арс. О, господи. Ну так арс, это же арт. Это же искусство. Арс. Арс лонге. Вита бревис, да? Искусство вечно, жизнь коротка. Получается арс Арсений. Это что-то близкое к искусству. Вот залезьте-ка в Google и посмотрите. Ну вообще арс это близкое и к арсеналу. Дело в том, что вот это вот греческо-латинское значение искусства, которое обозначается как арс или арт, что, собственно, одно и то же, оно недословно переводится на русское искусство. Все-таки в русском понимании слове искусство, искус, это искушение, это все время борьба и взаимоотношения с Богом. То есть искус. Человек всегда находится в искушении, во-первых, а во-вторых, то, что он создает, это всегда искусственное. То есть значение слова искусство, оно совершенно не такое, как часто делают перевод на арт. Ну, у нас часто пишут искусство и арт, это как бы одно и то же. Но вот арт это такое англосаксонское, язычное, греческое значение, но все-таки... Вот западное, условно говоря, искусство, оно совершенно иное, оно ближе к дизайну. А русское, вот искусство, искус, это ближе к душе, это ближе к каким-то духовным таким практикам, начинаниям. А арс, это вообще в переводе дословном, это арсенал, это собрание чего-либо. То есть арс, искусство, вот собрание всяких всячин, короче говоря. То есть для англичан искусство это ближе к паноптикуму какому-то и развлечению. А для русских, вот даже в его значении в этом, в искус, это совсем другое. Поэтому вот дизайн, он основан на арте, то есть собрание всяких разных штучек в единую композицию. А наше понимание искусства совсем другое. Ну вот Арсений, можете посмотреть, с этим связано. Либо с арсеналом. Кстати говоря, арсенал – это же еще и собрание вот этих самых оружия и всяких всячин, которыми люди воюют. Вот. И арт, артиллерия – это тоже оттуда же. Это все одного звучания, в смысле значения корень, по-моему. Ну, смотрите, скажите мне, прав я или не прав? Да, греческое имя, мужское имя, пришедшее в русский язык из Греции. Так, какой я умный. Да, вместе с приходом православия на земли Киевской Руси. Значение имени Арсений в переводе древнегреческого мужской или мужественный. Ах, вот как. Ах, вот как, еще и так оказывается. Ну, так ты у нас мужественный. Вот теперь будешь знать. Угу. Не за что.